Что ж, вы на канале FitGuide и с вами я, Оксана Позднякова. Тема нашего выпуска – велоспорт для новичков. Мы рассмотрим все основные базовые навыки и умения, которыми должен владеть тот, кто хочет научиться кататься на велосипеде. А сегодня с нами эксперт по велоспорту, мастер спорта по триатлону, участник многочисленных соревнований, участник Ironman, а также тренер с многочисленным опытом работы более 15 лет по сайклу Алексей Алферов. Всем привет! Привет, Алексей! Привет, Оксан. Алексей, а как ты попал в велоспорт? Все началось в 6 лет. Дедушка подарил велосипед, а после того, как я занимался долго-долго плаванием, я попал на секцию триатлона. Там уже и набирался своего мастерства, опыта и всех регалий. Ну что, Алексей, с чего начнем? Давай ты сядешь на велосипед, и мы попробуем проехать прямо, удерживая равновесие. Да, вот ты практически правильно взяла его. Вот так, так вот подходишь, окей. Наклоняешь на себя, угу. Перебрасываешь ногу. Вот эту педальку можешь так картинно опустить. Вот, смотри. И мне не надо никуда падать. Окей. Потом берешься за руль, либо вот так, как я уже показывал, вот, чтобы пальчики были здесь. Хорошо, выставим сиденье под меня, да, Алексей? Велосипед нам сегодня достался для твоего катания чисто спортивный, настоящий шоссейный велосипед. Поэтому для, опять же, безопасности мы тебе сделаем седло максимально низко. Угу. Будет не совсем спортивная посадка, но тем не менее мы за безопасность твоего катания. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а это вот тоненькое вот седло, это так и должно быть или это чисто абсолютно профессионально? Это анатомическое профессиональное седло. Чем ниже мы тебя посадим, тем больше у тебя будет шансов достать ногами. Хорошо. До пола. Окей, о, отлично. А руль мы можем поднять? Или у нас здесь не предусмотрена эта функция в профессиональном велосипеде, то есть, да? В профессиональном велосипеде посадка выставляется индивидуально под гонщика для достижения наиболее комфортного и спортивного. Правая ручка – это задний тормоз. Видишь, заднее колесо. Левый – это переднее колесо. Хорошо, мы каким тормозить? Мы начинаем тормозить правым колесом, правым тормозом, задним колесом. Почему? Иначе произойдет опрокидывание. То есть вот, велосипед едет, зажало резко, смотри. И ну, ты да. Падаешь вперед. Зато можно делать трюки. Согласен. Наклоняешь на себя. Наклоняй на себя. Перебрасываешь ногу. Нет, пока можешь педали не трогать. Перебрасываешь ногу. Педальку вниз. Прокручивай назад. Спокойно. Ого! Не крутится, подождите. Назад ее надо было крутить. Или вот так, да. А, ну так. Не садишься. Сначала ты отталкиваешься правой ногой. Руки куда? Руки наверх. Не давить на руль. Вот уже началось давить на руль. Так а на что давить? Я же смотри, как я хожу. Дави на педаль, на ту, на которой стоит нога. Ага. Отталкиваясь правой ногой, ты задаешь скорость и потом садишься в седло. Ага. Нога, вот. Опа! Опа! Села в седло и поехала. Совершенно верно. Движение велосипеда ты приводишь исключительно вращая педали. Для удержания лучшего равновесия ты должна развивать скорость. Конечно. А не просто катиться. Вот смотри, правая как рука, я, Оксана, смотри, правая рука. Ты тормаживаешь и убираешь ногу. Ой. Куда ты собираешься? Лёш, ну слушай, ну прикольно. Но мне, скорее всего, для безопасности нужен шлем, да? И кстати, и твои очки. Окей, какие еще есть тут секреты? Нет, какие есть? Секрет, нам вот этот бы секрет отработать. То есть, чтобы ты себя более-менее комфортно чувствовал. Смотри, когда ты начинаешь притормаживать, ты уже можешь ногу убрать с педали. Ага, я поняла. Ага. Давай, вот сейчас отталкивайся и поехали. Отталкивайся. Оттолкнулся. Ну разгонись. Поехала. Раскрути чуть-чуть педали. Подожди. Раскрути, все нормально. Ой! Едь ровно. А теперь это... убери ноги с педалей. Убрал. Просто убери обе ноги. Не могу обе. Оксана, обе ноги. Обе. А теперь притормаживай аккуратненько правым тормозом. Смотрите. И в любую сторону ты безопасно сходишь с велосипеда. Класс. Супер. У меня получилось. Вот, отлично, Оксан. А теперь полуда, такие согнутые колени. Вот, замечательно. Пружинистые движения. Это и есть наш природный амортизатор. Преодолевая препятствия, мы делаем именно так. Приподнимаемся из седла и спокойно перепрыгиваем любые кочки, бровки и так далее. Оксана, замечательно. Это тоже один из базовых навыков. Умение
кататься и держаться одной рукой. Потому что в любое время нам может понадобиться рука для того, чтобы поправить что-то, прическу, очки, шлем, попить воды во фляжке, которая располагается на велосипеде. И это все должно происходить естественно и безопасно. Хорошо, да. Чтобы убрать руку, Оксана, набери немножко скорость. И еще смелее. Помнишь, да, о том, что чем больше скорость, тем лучше держишь равновесие. Да, и не напрягай вторую руку. Не напрягай ее, не облокачивайся на руль. Один момент уточнить. Скажи мне, положение рук вот здесь зачем применяется, вот здесь и вот здесь, вот эти рога зачем? Оксана, так как это велосипед спортивный, то здесь имеется сразу несколько хватов. Либо положение рук, как ты уже сказала. Основной, ну, не то чтобы базовый, просто ребята, когда едут гонку или тренировку, держатся за верх руля. При этом всем они контролируют, подъезжая к какому-либо препятствию, они стараются перевести руку в подобное положение, дабы уже руки и пальцы были на тормозах. Угу. В гонке, непосредственно на каких-то быстрых, опасных участках, они держатся вот здесь. Окей, на опасных участках. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, по поводу формы. Какая должна быть форма для занятий велоспортом? Скажем так, верхняя часть, это должна быть просторная, удобная, комфортная. К нижней части есть определенные требования, да? Да, это лосины, определенные, да, лосины, велосипедки, велотрусы. Велотрусы с определенным там сиденьем, да? Да, памперс так называемый у нас. Почему лосины, почему узкая, зауженная одежда должна быть? Чтобы не попадало. То есть, что спортивно, что любительский велосипед, вот сюда, чтобы не попадало. В эти звездочки. Сюда, да, звездочки. Звездочки большая. Переднюю звезду, чтобы не зацепилась, потому что хорошо, это однозначно приведет к падению. Скажи мне, пожалуйста, а обувь, если не спортивный велосипед, а обычный, обувь имеет значение? Или же какая разница? Ну? Да, босиком однозначно не катаемся, в шлепанцы стараемся не использовать, но лучше всего выбрать кроссовки с хорошей твердой подошвой. Спасибо, что посмотрели наше видео. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, пишите в комментариях, хотели бы вы посмотреть видео на подобную тематику. А также я хочу поблагодарить нашего эксперта Алексея за тренировку и подарить ему подарок от Фитомаркет. Вау. Держи, Леша. Благодарю, благодарю. Вау. Все, что тебе надо. Да, витаминчики вижу. Оксана, а я вас, в свою очередь, благодарю за столь чудесные подарки, а также за прекрасную возможность поделиться мне с вами своим опытом. Всем велосипед, всем ЗОЖ. Здоровым быть здорово. Стойка на месте. А это когда ты подъезжаешь, останавливаешься, но не сходишь с велосипеда, а удерживаешь велосипед. Да, равновесие. Ну, как это? Доверься мне. А теперь я тебя отпускаю. Ну, куда отпускать? Шутка, никуда. Играет хорошую роль в соблазнении девочек.